Подразделение СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области, отряд особого реагирования, создан для задержания и ликвидации опасных преступных группировок, действующих на территории страны. Стать СОБРовцем может далеко не каждый. Требования к кандидатам крайне высоки. Физическая подготовка на высочайшем уровне, волевые качества, мужество, способность быстро принимать решения, блестящее владение оружием. Легендарный дзюдоист Михаил Пуляев из Рязани попробовал себя в роли СОБРовца. Весь день он провел на учебно-тренировочной базе с инструкторами СОБР. Спортсмену предложили преодолеть полосу препятствий, штурмовать здание в группе, задержать преступника на остановке. В общем, пройти полный курс. Переходим в упражнение «Автомат». Для этого мы экипируемся: бронежилет, шлем, очки, наушники. Вперед! Михаил Пуляев – заслуженный мастер спорта России, победитель командного чемпионата мира, призер командного чемпионата мира, призер чемпионата Европы, чемпионатов мира, европейских игр, участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Сейчас Михаил ведет тренерскую деятельность в «Комете». Как спортсмен он больше на татами выходить не планирует, но вот попробовать себя в качестве бойца СОБР решился. Говорит, было непросто. Немного промешался, тяжелая полоса, я думаю, справились. СОБР – одно из самых высокопрофессиональных спецподразделений в стране, поэтому попасть в его ряды нелегко. Кандидаты проходят строгий отбор, состоящий из нескольких этапов. А вот выдержал ли испытание Михаил Пуляев, смотрите в очередной серии проекта «Проверка на прочность». Премьера в сентябре. Следите за анонсами. Молодец!